Всем привет! Сегодня диагностируем компрессор ТМ-15. Вот такая гадость. Клиент его принес, спросил, что из него будет. При диагностике мы его взяли в руки, посмотрели, что в наших отверстиях, и вот такой характерный звук. Посмотрим, что из него можно сделать и что из него останется. Поехали! Итак, приступим. Итак, мы дошли до более-менее интересного. Пластина. Клапанная доска целая, клапанная пластина тоже целая, имеется коррозия, что означает, что компрессор давно валялся. Так, и вот самое интересное, вот этот кусочек металла, которого там быть не должно. Остальные клапана тоже целые. С этого компрессора нам остается на память клапанная пластина. И задняя часть точно так же разбирается, как и передняя. Thank you.
точно такая же чернота, точно же такие кусочки металла. С этой стороны точно же такая клапанная доска, более-менее целая, и клапана тоже целёхненькие. Это радует. Так, и осталась у нас цилиндропоршневая группа. Так, что мы имеем здесь? Оп-оп-оп-оп. Здесь мы имеем вот наш кусочек металла. Неизвестно, правда, откуда он взялся. Думаю, мы найдем сейчас место. Точно так же здесь куски металла по поршнях. По самих поршнях задиров пока не видно. Что-то где-то отвалилось. Что-то где-то отвалилось и пошло по системе. Так, куски металла есть, но откуда они взялись, пока не видно. Едем дальше. И вот наша группа. А группа... А я уже знаю, откуда куски металла. Сейчас мы достанем поршня. И вы все четко увидите. По внутрянки. Хоть металл есть, но гильзы не побитые. Все четенько, красиво, без задиров. Без единого задира поршня вышли без никаких проблем. Что касается наших поршней. Покрытие не повреждено. Ну, из внутрянки есть вот задирчики. Но это не смертельно. А так все целое. Куски металла. Откуда куски металла? Вот этот упор на подшипник, смотрите, что с ним стало. Сейчас сфокусируется. Вот. Видите, какой износ? Вот это упор под нашим подшипником. Вот, какой должен быть. И какой есть. Стерся упор под подшипник, под шарики. 1, 2, 3, 4, 5. Их должно быть 6, есть только 5. И смотрим, что с нашим валом. Подшипники. Тоже целёхенькие, без задиров, без ничего. Отлично. Следующий тоже красавец. Все чистенько. А по валу есть проблемы. И сейчас покажу, какие.
скорее всего, от недостатка смазки. Все проблемы пошли от недостатка смазки. Эта часть практически идеальная, не побитая. Практически. А вот эта часть уже пошел перенос металла. Вот это месте. Вот так. Вот так вам будет лучше видно. Вот. Видите, она уже сделала нам канавочку. Защитное покрытие уже стерто. Вот. Здесь еще более-менее все равномерным слоем есть. Ну, есть немножко потертость, но с этим еще живут компрессора не один год. А с этой стороны вот. Вот. Смотрите, вот идет канавка. И один подшипник стерся. Итак, после таких неисправностей компрессор еще подлежит ремонту. Меняем вал, меняем подшипники. Самое главное, что наши поршня целехненькие, без задиров. Гильзы тоже без задиров. Поменяем вал, подшипники. И будет человек иметь практически новый компрессор. Едем.